В одной из маршруток на лобовом стекле одесский активист среди десятка других флагов увидел и русский. Провел небольшую лекцию о патриотизме, и флаг сняли. Теперь водитель будет жить по-новому, уверен активист. Из Молдавии в Одессу часто пытаются провезти сигареты и алкоголь, а вот коммунистическую символику впервые. Пограничники такой креатив не оценили и нарушителей в Украину не пустили. Назад к коммунизму в Молдавии. В Одессе не снимают новую часть Человека-паука, но много деревьев в ужасной паутине, а в ней ютятся гусеницы. Одесситы не рады таким декорациям к лету, считают, что ситуацию нужно срочно менять. Все знают, знание – сила. Раз асфальт не выдерживает, то яму на дороге решили залатать учебниками. Интересное применение, но лучше бы их читали те, кто эти дороги кладет. Капитан самолета привез с собой из Турции в Одессу 7 пернатых попутчиков, правда без документов. Капитан молчал, а говорили попугаи. Они его и выдали.